вопрос, у меня анализ. Ой, анализ. Нет, я пока вопросы. Вопросы, коллеги. Если есть. Так, Игорь Николаевич, по итогам инвентаризации, какое имущество выявлено? Есть ли то имущество, которое выявлено и оприходовано, поставлено на баланс? Приводит это к увеличению стоимости основных средств? Ну, имущество достаточно много было не выявлено, а учтено. Вот, но в связи с тем, что в балансе это имущество не было отражено, мы не можем понимать, какая стоимость данного имущества. Ну, так как это имущество бывшего употребления, но в достаточно приличном состоянии, есть и оборудование, есть и инвентарь, вот, есть и компьютерная техника, вот, то, естественно, мы это дело отразили и отразили за баланс. Вот. Но в акте сверки, вернее, в акте сверки, а в акте инвентаризации это отражено. А сегодня... Не в стоимости сумме, а в количестве вооружения. Хорошо. Не просужено в отношении вас задолженность у кого-то есть? Права третьих лиц по отношению к МОКу? Ну, они сейчас, скажем так, все дружно подают. Сейчас как раз процедура идет наблюдения, формирование вот именно конкурсной массы. На сегодняшний день на какую сумму придерживают претензии? Вы не в курсе, пока не можете сказать? Ну, я имею в виду, помимо просуженной уже та, которая... Ну, они подходят, мы их как по анализу еще пока не ведем. Почему? Потому что это, ну, для нас на сегодняшний день важнее дебиторы, чем кредиторы. Поэтому мы кредиторов как бы так чуть меньше внимания уделяем. Но они приходят. Мы их, соответственно, согласно закону, пересылаем уже информацию временно наблюдающим. Вот, а он формирует. Ну, там сумма незначительно увеличивается. Незначительно. Там сумма 200 тысяч, 100 тысяч, там, таких вот явных там с миллионами таких нет. Хорошо, права требования, Игорь Николаевич. Да. Вот завода к третьим лицам. Какая-то работа с ними проведена? Я имею в виду претензионные, исковые заявления. Значит, исковые заявления в адрес Сибирского хлеба направлен. Исковое заявление в адрес Восток-сервиса направлено. А в арбитражный суд направлено, насколько я понимаю? Нет, мы отправили им конкретно для удовлетворения. По крайней мере, Сибирский хлеб нам каждый день обещает, то, что он сейчас напряжется и закроет. Но вот что-то как-то так все немножко... Ну, насколько я понимаю, если адекватной реакции нет, необходимо обращаться в арбитражный суд за взыскание. Ну, у нас на момент было уже решение суда, вступившее в законную силу. Ну, давайте определим, когда дата, когда в суд направлено было. Ну, сколько времени? Там госпошлина, у вас есть деньги на оплату госпошлина? Либо там претензии к счету, и счет заблокирован. Значит, давайте думать, сейчас госпошлину можно заплатить, по-моему, вот я не помню, не до счета. Нет, я вам скажу, что если есть претензия к счету, еще заблокирован, тогда выходите с ходатайства, представляете документы о том, что нет, и давайте вот. Потому что исковые заявления, мы к Восток-сервису мы исковое уже в арбитраж подали, так. И как раз брали данные с банка о том, что нет возможности оплаты. Да. Давайте к остальным должникам предъявляйте, чтобы у нас было понимание, баланс требований кредиторов и дебиторов. Так, если сроки для удовлетворения претензий вышли, а я так понимаю, вышли, вы в феврале занимались активно этим делом, то давайте мы неделю-полторы вам срок, ну, чтобы нам понимание было. Там до 1 апреля давайте предъявляем все в суд и в этой теме с этим вопросом наводим порядок. Да, Сергей, вот тут хотел бы... Николай Игорьевич, еще у меня тогда. Перед этим все-таки нам нужно разобраться с должниками. Вот по тому соглашению, которое было заключено, он должник закрывает его, либо нет, либо он оплачивает текущее поддержание. Нет. Нет. Я как раз вот только об этом хотел сказать, потому что на сегодняшний день у нас есть в принципе права на расторжение договорных отношений, за исключением, почему мы и обратились в первую очередь, конечно, к Восток-сервису, так как у нас нет с ними сегодня договорных отношений. Вот, и естественно, мы как бы обратились уже в арбитражный суд. А с Сибирским хлебом у нас действуют еще договорные отношения, и у нас есть все основания для того, чтобы, ну, первое, мы могли расторгнуть договор, как я говорил уже ранее. Вот. Ну и потом уже, если не будет возмещения, то уже в арбитраже суд
обращаться. Давайте теперь для понимания. Это договор аренды, о котором мы говорим. Основных средств. Я правильно понимаю? Действующих. Так точно. Тогда нам нужно понимать. У нас формировалась задолженность и по аренде. Я понял. У нас тогда возвращается имущество. Готов ли МУП на сегодняшний день заниматься производством выпечки хлебобулочной продукции? Мы расторгаем арендное отношение. Мы забираем имущество в МУП обратно. Мы готовы взять к себе там 88 человек? Нет, 88. А? Там меньше. 53 где-то. Да, там где-то происходит. 53 уже осталось. Да. Хорошо, 53 человека мы готовы принять на работу, обеспечить их работой, при этом уплачивать, вернее, закупать сырье, оплачивать арендную, вернее, электроэнергию, выплачивать заработную плату. Как вы считаете? Ну, вообще, если денег у предприятия нет, то я понимаю, что фактически не готовы. Ваш вопрос. Вы задали сами себе. Сам себе ответ, правильно. Нет, если мы говорим, коллеги, давайте, чтобы у нас понимание было, если мы не готовы расторгать эти отношения, а обстоятельства требуют того, значит, нам нужно искать ответ на этот вопрос. Что дальше? Мы расторгаем эти отношения, тогда параллельно мы должны объявлять конкурс на сдачу этого имущества в ноль. Да, да. Я именно так и имел в виду, потому что на сегодняшний день обращаться в арбитраж о расторжении, о взыскании задолженности, когда у нас есть собственные договоры санкции, которые мы не использовали. Понимаете, что я? Но у вас суть не поймет. У вас есть возможность расторгнуть договор, вы продолжаете сдавать в аренду, формировать задолженность, увеличивая задолженность, и обращаете в суд. Ну, как бы это не сын. Корректно мы выглядим. Хорошо, я вас услышал. Да. Николай Николаевич, а вот по состоянию на 1 марта вы можете сказать, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, в какую сторону изменилась? Примерно цифры. Дебиторская задолженность по состоянию 31 9 миллионов 900 тысяч, кредиторская 23 610. А по состоянию на 1 марта какая? Я в абсолютных цифрах сейчас не скажу, но кредиторская увеличилась по причине того, что сейчас мы перешли на УСР, вот, соответственно, у нас будет уплата КНДС там, за год там, по имуществу не платят. Вот. И кое-какие проценты для уточнения. Ну, штрафы, проценты там, пеняшка, которая набежит. Что касается кредиторки. Вот. В принципе, кредиторка больше не вырастет. Почему? Потому что, еще раз обращаю внимание, хозяйственная деятельность предприятия не ведет. Задолженности по заработной плате у нас на сегодняшний день нету текущей. Вот, соответственно, вот, ну, единственное, что РДФЛ в связи с тем, что вот не своевременно рассчитывается сами должник, мы не можем погасить долги текущие по РДФЛ. То есть кредиторка у вас не увеличилась? Дебиторка подросла? Да, а дебиторка она вот сегодня растет, и причем растет достаточно, так скажем, непредсказуемо. Понимаете, в чем дело? Когда вопрос возникает о отключении электроэнергии, отключении воды, отключении интернета, отключении телефона. Сразу деньги находятся и оплачиваются. Да. Вот. Как только вот эту волевую точку погасили, все, дальше платежи все прекращаются. Соответственно, сами понимаете, сейчас до Нового года электроэнергии, потребление электроэнергии оно росло по причине того, что отопление у нас электричество. А сейчас идет время ближе к лету, потребление электроэнергии будет уменьшаться, соответственно, задолженность будет расти. Почему? Потому что, еще раз говорю, болевые точки будут меньше. Хорошо, я услышал. Так, коллеги, вопросы, Николай Николаевич?